сорт острого перца Чиера Рокса. Это красивейший перчик. Посмотрите, какие красивые у него плоды. Этот перец относится к виду Capsicum chinensis. Перчик родом из Бразилии. Вот такие вот красивые кустики. У него фиолетовые листья, фиолетовый ствол. Плоды растут у него небольшими пучками такими. От 3 до 4 штук. Так он завязывается такими вот маленькими. Посмотрите, какие красивые плоды у него. Плоды просто бесподобные. Красивейшие. Такие вот фонарики. Созревает этот перчик вот темно-фиолетового. Вот такого вот. Потом становится светло-фиолетовый. И вот до такого вот кремового цвета. Просто бесподобный сорт. Вкус и аромат у этих перчиков пряно-фруктовый. Срок созревания у него от 110 до 120 дней. Если выращивать его в горшках, высота будет в пределах 50 сантиметров. В открытом грунте он может достигать высоту 1,20 м. Этот сорт многолетник. Острота у него от 60 до 80 тысяч. Вот такие вот кустики. Вот, посмотрите. Я вам покажу сдалека, как они выглядят. Вот такие вот кусты. Высота кустов. Вот цветочки какие у них. Такие бело-фиолетовые цветы с фиолетовыми кончиками. Вот, смотрите, какая красота. Сейчас мы его поднимем. Вот. Просто бесподобный сорт. Красивейший. Такие перчики украсят любой подоконник. Очень красивые, очень нарядные и имеют необычную форму. Это сорт многолетник. Можно выращивать его у себя на подоконнике до 8 лет. Ну, желательно, конечно, раз в 3 года обновлять кустики. Перчик просто бесподобный. Просто бесподобный. Так что украсьте свой подоконник таким красивейшим перцем.